Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова убойная парочка, бруталы, кровь и пот, анаболики. Анаболики, здравствуйте. Да, с вами снова Артем и Артур. Мы по-прежнему на острове, по-прежнему зомби этому рады меньше, чем мы, потому что... Ну, потому что мы на Ну острове, вы да, все посмотрите на правильно, это все дерьмо. правильно. Это мачете, по которому проскакивают молнии. Ну вот кто еще может в таких ситуациях А главное, просто... зачем? Да, зачем, самое главное? Так, как ты думаешь, мы лодку возьмем или что? Нет, я думаю, лодку-то мы возьмем, но нужно ли нам? Нам просто нужно выбраться на сушу, на ближайшем подъеме. Я его, кстати, вижу. Мужчина, мы сегодня в настроении. Такой, блин! Вот такой. Дурак, дурак же. Мы Дурак, дурак. настоящие. Ой, дурак. Ой, дурак. Ой, дурак. Так, нам нужно выбраться на дорогу, потому что, во-первых, здесь не круто. Такой, постой. Расстроился мужик, бывает. А во-вторых, о, смотри, там пещера наверху, видишь? Может, оттуда как-то выйдем? Ну, не исключено. Просто, короче говоря, нам нужно выбраться на дорогу и... Давай, мат. Ой, оно у него в шее. Я это вижу. Так, сейчас... Выдернул. Так, 200, ну почти 300 метров. Нам надо найти какую-то кору лечебную. Да, здесь у одного товарища просто там Признаки. золотуха напополам с Признаки, да. поносом. И он Я сказал, доведу. что... Бомбу я взял какую-то. Ну, Да? вообще-то мы ее брали уже. Я Тут же думаю, выход, Тёма. нам Ты туда куда разве? пошел? Блин, Да-да-да. ладно, я думал, иду. I'm coming! Хорошо. Короче, нужно нам взять эту кору, из него приготовить. Нам доктор сказал лекарство, потому что в ином случае он нас не пустит. А мы, как добропорядочные люди, не будем его пинать ногами по Да, да, почкам, да, да. не выкинем его в воду. Мы, естественно, поможем. Мы хорошие, бруталы. Конечно. Ой, без рук-то плохо, наверное. Нормально. Вставай. Не вставай. Алкоголь. Да, кстати, в прошлой серии мы довольно сильно накидались. Теперь у нас в этой бадун. Дичайший вообще. Вообще со мной 11 бутылок водки. То есть, в Это, по сути, принципе, подумай, целый ящик. неделю можно ничего не делать, никуда не Да, ходить. спасаться там, зачем? Надо потом. Что-то Люди как-то. в комментариях пишут, интересно, говорит, а кто у кого спер? Far Cry 3 у этой игры? Или эта игра у Far Cry 3, вот эти лианы, которые точно так же светятся? Вообще это Вообще это не очевидно. вопрос Нет, века. нет, это... Нет, отнюдь не... Это важно, понимаешь? Кто у кого спер лианы? Всегда это интересовало. Спокойно. Спокойно. Так, теперь я посмотрю карту и выясню, что я был неправ. Почему? Нет, кстати говоря, нам машину сейчас нужно найти. Где-то здесь, поблизости. Недалеко, да. И Метров там 50. небольшой кружок на машине сделать. У тебя дождь идет? Да? Значит, еще не допились, да? Да. Я же что и спросил. Вообще, остров довольно маленький такой. Ну, по сути, мы на этом острове еще нигде не были просто. Ага. Тут еще его половина закрыта просто на карте. Так, ты сесть хотел? Ну, было бы неплохо. Все, давай газу, газу. До свидания. Роукил. Ох, блин, как я соскучился по машинам в этой игре. Бам, бам. С собой его берешь, что ли? Ты мне лучше сказал, куда ехать, потому что я... Я не знаю, на самом деле. Ну, вроде как сюда. Тут Не-не-не, не дальше сюда, вверх. по-моему. А, подожди, я же могу карту смотреть. Да-да-да. Да, не сюда. Поворачивай направо. Ага. И дальше там уже поворотов особо вроде не должно быть. Ух ты, как все подтопило. Усё, нам туда. Прям Camel Trophy. Да. Здравствуйте! Сейчас направо можно было. Да я думаю, тут вот проканемся около этого сарая. Тут как раз место Там, нас смотри, встречает. взрывоопасный. Да. Ух ты, это ты мой прикол сделал? Нет, с ноги прокачал. Втащить можно с ноги, короче, там. А, Не кстати, тут хуже же есть вообще такая сталкера. штука, что с разгона бежишь, нажимаешь Y, и он там вообще страшные вещи творит. Я и забыл.
Что нажимаешь? В прыжке, Y. типа. Нет, не в прыжке, а на бегу. Вот так. А, да, точно. Тихо-тихо, аккуратно. Валею на бок. Почти, я думаю, добили. Бля, танцулькин. Высокий, низкий. Различается только площадью, на которую они будут падать. Так. О, хорошо вошло. Ну, ох, ты что-то лежит. Я считаю, кучно легли. Нормально. Вообще, мы сегодня заметил, и сегодня, и вчера, то есть, когда вот по новой сели, как-то более так профессионально стали играть, что ли. Пора бы уже, ё-моё. Девятая серия. Просто как-то качаем там умения. Странно это все для нас. Не так, характерно, я бы сказал. Тихо, тихо, тихо. Тихо, аккуратно отходи. Я добиваю просто. Ну ладно. А что там? Пусть ходит. Нет, я хотел кинуть, но... Это опасный. Ты посмотри, какой. Так, вот этот нож мне не особо нужен. Отойди. Давай, 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 кидай, кидай. Бля. До свидания. Отойди, сейчас все крутнет. Нормально. Я резиновые сапоги. Один. Так, нам надо. Вот ляпни тут на этом. А. Ну надо кору где-то найти в этой зеленой области. Кору? А, ну я думаю, кора, она у дерева. Она скорее всего, да. Но не факт. Я ничему не Возможно, удивлюсь. Возможно, подношения у этих башков нет. Я думаю, вообще где-то... Не знаю, короче, сейчас найдем. Короче, надо искать. Будем искать, будем искать. Что это? Так, очки. Умения у меня доступны. Да какие очки? Какое умение? Нам кору найти. Кора. Как это дерево? А что за дерево хоть? Не пальма, явно. Ну, на самом деле, мне больше кажется, что это не на дереве, а где-то вот в этих ящиках, возможно, лежит. Ну, может быть, да. А вот, смотри, какой-то сундук. Третий уровень, ты умеешь открывать вроде, да? Где? А, вот. Нож для сахарного тростника. Требуется уровень 34. Блин. Ладно, тростник вроде как сахарный. Нам не нужен. Такой сахарный. Сахарный ты наш. Тростник. Тростник. Блин, так где так, это? Так, что-то я не вижу прям. Внутри подсвеченные зеленым области на мини-карте. Ну. Ищем прямо. Прямо магнит. я уже я слышу. Вот я нашел, смотри. Валяется. А прям валяется? Да, вот она лежит. Блин, чем меня шарахнул? А, я на костер залез. Хорошо, одна она лежала там маленький кусочек такой. Понятно, тупо лежит, в общем. Угу. Ладно. Как ты говорил. Так, топерч. Вот поехали. Просто объясни мне, зачем брать аммиак в наших обстоятельствах? Ну как, с отбеливателем смешиваем. Не, там просто как брат 2. Из подручных средств там ядерную бомбу. Ага, точно. Так, нам еще на 45 метров налево и на 60 вперед. Куда пойдем сначала? Ну, давай на 45 налево, все-таки ближе. Конечно. Там поляна, мы с Far Cry мы забираемся, да? Тихо, кто-то меня заметил. Сейчас он... Сейчас он... Упадет. Вообще, он, короче, расстроился даже. Ты у него рука, нога отвалилась. Бывает. Бывает, как начнешь метели китаёза. Не остановиться. Напарник сзади... заблокировал лестницу. Там сзади, кстати, взрывоопасный идет. Да. Опасный поцик идет. Сзади. Так. Сзади? Где он там? Bloody thing. А, вон, смотри, какой. Как замаскировался. What the fuck is it? Говорит мой персонаж. Ну, у меня еще с каким-то bloody. Bloody. Акцентом. С английским таким. Угу. Типа. Я нашел. Оно тут. Где? Что, где? Покажи. Оно вон оно, да. Забирай. Sweet.
Sweet. Баксы. Так, и за последним кусочком. Давай спускайся уже, блин, на эти. Временами что-то трудно прицелиться. А я просто тупо спрыгнул и все. Вроде не ну высоко. Как можно разбиться, ты что? Когда? Так, хорошо. И вот тут последняя, последняя капля. Так, кто из них жив, кто? Ой, здоровый, не? Нет. Так, алкоголь. Ты смотри, какой. Успокоил. Че ты дергаешься там, ну? На такой. Так, очки умений, круто. Я чувствую, нам в пещеру. Да, точно. Сейчас, один момент. Что, я тоже тогда прокачаюсь. То у меня уже мерцает давно этот значок, он меня напрягает. Так. Шанс на нанесение критического удара плюс 8. Отлично. Так, хорошо, тысяча там? Да. Не нравятся мне эти пещеры. А чё они горят все? Так, мужчина, не вставайте. Мы ж тут когда-то уже были. Офигеть. И они все время горят. Не знаю почему. Капец, пусть горят. Ну да. Ох, блин, как он страшно кричит. Мне аж прям жутковато стало. Захотелось помочь ему и убить. Прям так думаешь. Так вот, я что-то нашел. Фрукты. Ура! Какой кошмар. Он умер. Ты нашел, нет? Нет, я просто смотрю на дело рук такой. Я слышал только хруст. Обернулся, там уже... Ой, это что-то не меньше вообще. Там голова летит такая. Не, чё, понеслась? Да чё-то уже нет никого. Кончились. Все, психоприпадок у меня кончился. Ну тоже. Так, ну вот она лежит. Села батарейка. Отлично. Хорошо. Чё, обжёгся? Да, нет, не знаю. Да, нет, наверное. Так, ну что, обратно попилили? Да. Всего лишь 500 тысяч метров нам надо пройти. А прикинь, тут за углом это все время. Бупси. Бупси-ду. В смысле, за углом. Ну, вот мы все это время шли 500 метров, а тут раз, ну, за углом. Вон там, вон, да, так? Да. Так ебали. Ну, по воде, в принципе, дойдем коротким путем, но так будет долго идти. Долго будем идти. Да. Там еще куча зам... Я вообще воду ненавижу в этой игре. Ого! Это было круто. Да. Тут машина есть, интересно? А ну наша, да, наша же машина стоит, да? Хей, не! Тальхору! Так, сейчас будем разворачиваться, у меня с этим всегда слабость. Аккуратно! Так, где что в сарае? Я б тебя капот помял. Спасибо. Ты бы видел. Что-то. Да я разворачиваюсь. А, ну там Austin Powers стайл, наверное. Здесь хуже. Блин, я уже мыло набрал 20 кусков. Ты там чинишься, что ли? Да. Там починиться можно? Блин, да. Не хочу. Так, мачетка. Батарея LP4000. Крутой латунный кассет, бать его. Так, шотландский кортик даже, нифига, круто. Все, отремонтирую, не буду заморачиваться, все равно копейки берут. Тысяч денег, ого, неплохо, неплохо. О, то есть я вижу, развернулся великолепно, мне прям нравится. I'll drive. Nope. Нет. О, вот так, поехали, поехали. Давай посмотрим. Да куда поехали, развернуться? Да, давай, они уже приближаются. Давай, давай. Ты сядешь, может?
Ну, я ладно. сел. А, я выпал. Come on. I'm here. Все, газу, газу. Это там такие крики душераздирающие. Страшно стало. Блин, я что-то чуть не перевернулся. Оффроуд. Блин, обожаю это дело. Да-да-да, я буду сейчас корректировать. Easy ride. Так ты никуда едешь. Не, на самом деле, я, честно говоря, думал, что я еду туда. Нам. Так, где поворот? Налево, налево сейчас. Окей. Халай. Так, окей, нам. Короче, по сути, это, оказывается, остров того же архипелага. Это не тот остров. Мы там... Ну, да, да, читал. Ввиду того, не, что... давай, не, давай дальше проедем. Ввиду того, что... короче, сюжет плохо помнили. Предположили, что... Ой, как резко дождь пошел. Вот сюда, да, да, направо. Надо было направо. Или там нет дороги уже? Там не въедем, да. А, ну там пешком дойдем, в принципе. Просто меньше по воде идти. Алкоголь, хорошо. Алкоголь! Джигурда! Давай, давай. А мы этой дорогой же и шли. Да? Я вспомнил. Круто. Оп, оп. Давай. Давай, давай. Здорово. Подскользнулся, упал. Game over. Game over. Так. Asshole. Как в этом, в Академии полицейской. А, понятно. Кстати, нам Димон Помидорка за решетку, который написал в комментариях, что хватит жрать его родственников. Ну, когда мы помидоры едим. А, ну... ну. Прости, пожалуйста. Мы больше так не будем. Конечно, не будем. Конечно. Так, ну вот мы почти пришли. Меня недавно, кстати, спрашивали, а знаешь ли ты Димона Помидорку за решеткой? Нет. Нет. Нет, конечно, вообще нет. Вообще, кто это? А, блин, я опять оружие. Ты пацан. Как он, я тебе деньги давал? Давал. Да-да-да. Сказал, что купить, сказал. Так где деньги? Какой пацан? Какой пацан? Вообще в тему именно. Где деньги, пацан? Какой пацан? Нет, где коксы? Да-да-да. Ах, так, хорошо. Пока. Ты там что, все еще вошкаешь с ними, что ли? Да бросьте да? их, смотри, они же больные, ну. Ну, блин, я тоже не сильно. Ах, они догоняют тебя. Да иди ты уже, блин. Да, я, нет, я не могу их. Нет, чтобы обязательно фанеру надо прописать. 100%. Годы практики. Да. Фанерным цеху. Годы алкоголизма. Практики в литербол. Так. Столоп. Так, сейчас еще папе помочь надо будет. Потом бабушке. Заходим. Что такое вообще? Подожди, нам же показывает он. Нам показывает заход. А, блин, я упал. По-моему, пора прекращать злоупотреблять. Нам точно туда? Да 100%, вот он стоит. Я пока не буду с ним разговаривать. Сейчас. Подожду. Сейчас, братюня, я иду. I'm coming! Я все еще иду. Я иду. Я остановился. Я выпил. Меня шатает. Я иду. То есть пока дошел, уже успел нажраться, короче. Я еще выпил. Меня вообще уже просто... Хлам. Я сейчас, если упаду, это будет печально. Блин, я не попадаю. Аккуратно. Это ты ж блин. Ты ж. По-моему, это была не самая удачная идея. На нормально. Таких узеньких дорожек. Опять нажрался где-то. Опять нажрался. Твою мать. Ой, блин, я ж подавился. Ну, че. Пришли, говорит, два каких-то синих чма. Утром. Это твою парню. На дерево. Мать. I talked to a doctor, and she said this will do the trick. It's just as good as medicine. Ты ничем не хуже таблеток, говорит. Бухущий такой. Втюхивает. I'm looking for a map that belongs to Marcus.
Что ты там делаешь? Ну, с ним еще торговать можно. Торговать? Это хорошо. А, он дает метательный нож мне, кстати. Так, торговать я в него могу купить. Ух ты, смотри, какой урон бешеный. Что там лежит? Я не буду ничего у него покупать. Зачем? Тут и так хорошие вещи сам собираешь. Зато большие аптечки продают. Во! Так, я думаю, будет нормально. Мясо самоубийцы тебе не надо? У него продается. Я не спрашиваю, где он его взял. Да уж. Так, хорошо. Здесь нужно... Здесь нужно не пить. Блин, я не могу вылезти. Я нажрался, я... Ты вообще там, что ли, дорогая? Да вообще. Подожди, мы же тут картинки-то исследовали. Да тебя шатает, ты там... Мы тут вообще, здесь нужен тайник найти. Ну, да, тут бардак, вот человеческие черепа, ну что за люди? Записки Маркуса. А ты нашел? Где оно было? Вот, за картиной. А, за этой. Так, хорошо. И яблочком закусил. Почтовую открытку нашел я здесь, если что. Ладно, сейчас попытаюсь попасть в проем. Так, но мы карту все равно не нашли пока что, потому что нам, видишь, по-прежнему пишется. Блин, да хватит, ну что ты такой? Да потому что пьян. В щи просто. Так, энергетический напиток. Ну, разбавить чисто, чтобы... Да уж. Хорошо, я думаю, нужно что-то искать. На второй этаж, что ли? А тут нет второго... Тут нет второго этажа! Окей. Вот, тут вот еще карту что-то. Маркуса, вот тут она лежала. А, нашел, да? Хорошо. Так, ну ладно, там баллон, что ли? Общаемся. Блин, опять он преследует нас. Evil. He's evil. I heard that he wanted to recreate the old rituals. The old terrible rituals of the beast. He was warned that those rituals only unleash evil. But he wouldn't evil. He kept trying and trying, and then the elders finally had enough. They banished him, told him never to come back. What do those rituals do? What was he hoping to accomplish? Так резко отморозился. Что ж там за ритуал? Точка. Так, ну теперь мы направляемся на Халай. Что мы там делаем? Мы нашли карту. Эта карта нам ничего не дала. По сути, да, там карта обычная джунгли там или что-то типа того. Так, а нам на Халай это нам. По воде можно? Ну, нет, там... О, это лучше обратно в город. Потому что по воде сейчас мы офигеем. Да я ж тебе о чём. Той же самой дорогой, короче, и в город. Так, найдите целебные грибы. Мы будем искать? Да нет, зачем? Я тоже так думаю. Это, по сути, как там, как это называется, регулярное задание. Нет, оно не регулярное, кстати. Регулярное это у нас утолите боль, а вот грибы нет. Да забей, если забей. Будет. Забей! Я тоже так думаю. Ля, ты уже уехал? Да я не уехал, я здесь просто с товарищем. Фига себе. Хорошо, пойдем. Да япона мать, гнилушка. Мертвая? Мертвая гнилушка. Так, ну чё, ты там все-таки сел на лодку. Это очень нужно, если учитывать, что нам вот тут уже подниматься на берег. Блин, ну я могу подъехать, ну ладно. Так неинтересно. Или мужчина что-то явно хочет. А, бежим. Хочет целоваться. Ужас какой-то. Свысока. Мне сверху видно все. Ты так и знай. 200 тонн неудержимого ужаса, да, несущегося в ночи. И блевоты. Papa's Palace of Pain. Вот, кстати, не помню, как там, House of Dead, по-моему,
пятый уже или какой. Вот там, блин, офигенные тоже заставки такие были. В стиле вот этих трейлеров там 60-х, 70-х. House of the Dead, Overkill. Я не помню, какой именно, там... но у меня как-то диск с журнала Игромании был, и там вот это... Эта игра, это просто космос вообще. Там вообще, да, ржачно. Я бы с удовольствием поиграл. Блин, а почему у тебя PlayStation 3 нет? Там есть кооператив. Да, блин, игра вообще, смысл. Расскажу сейчас людям. Это тир? Да, как да, я играл на Dreamcast, там какой-то один из них. Первый или второй там. Ну, там вы играете. Ну, тут, короче, вот именно такой. Там, это, кстати, игра вот эта вот, House of the Dead Overkill, она зашла в книгу рекордов Гиннесса как игра, в которой чаще всего и больше всего употребляется слово fuck. Ну, там, там да. Там fuck you, you fucking fuck. What the fuck are you doing? Так, приехали. Почти. На вот сюда, по-моему. Стопе, да. Ну, там, блин, сюжеты, конечно, такие, то есть, стебные, вот эти все клише. Фильмов ужасов там, ну, и... это, как говорится, своя атмосфера. На самом деле, я вообще обожаю такие вещи просто. Блин, я умер. Ты умер? Тебя током дернуло? Наверное, моим же. Да, и реально там просто угораешь. Особенно с твоим переводом. Да, вообще капец. Кто не видел трейлер «Далекий плач 3», мать его там... Бать его дракон какой. Да, кровавый мать его дракон. Это, чуваки, просто гениально. А ты не скромничай, это так и есть. Я был упорот. Так, аккуратно, тебя сейчас током дернет. Я тебе лучше отойду. 1000 баксов сняла. За возрождение. Хотя аптечек целая куча, на самом деле, я их не использую вообще. Зачем ты их не используешь? Я не знаю. О, блин, я так увлекся собиранием своего оружия, что мне резко поплохело. Ну. Почему сам себя не можешь в такие моменты полечить? С другой стороны, вообще, в чем смысл лечиться, если ты оживаешь прям тут же? Ну, тоже факт. Но при этом, конечно... Деньги теряешь. Деньги теряешь, но их тут столько дают, что это вообще не проблема. Ой, у него что-то воткнулось в спину. Это не я. Это я. Блин, такой. Что ты там делаешь? Подожди, смотри, это вот так вот делается. Давай, давай. Ох, у него там грудь порвало. Капец. А, нифига, я поймал. Леща. Ох, ты видишь это? Да. Танцующий мертвец. Ой, блин, это было слишком. Ой, у тебя рука отвалилась. У Тимми отвалилась голова. У Тимми! Как? Как у попугая может отвалиться голова? Или кролик там что был? Это попугай, по-моему, фига. Я просто думал, что он тихий. Какие нелюди могли это сделать? Изломал дверь. Я вчера посмотрел на «Шестое чувство». М. Найт Шьямалан. Это было круто. Ты первый раз его посмотрел? Да, на удивление. Сколько ему лет фильму этому? Ну просто мало. В детстве, когда его показывали, я его вообще не понимал, этот фильм. Ну, я что-то, да. Что-то забреет. Блин, я обожаю фильмы, в которых так вот под конец все резко переворачивается. Угу. Вообще, смотрел фильм, он вообще оказывается там совсем другой. Да, потом смотришь по второму разу обязательно такие фильмы. И уже когда все понимаешь, там это смотрится по новой. Да, вот согласен, да. Это... вообще фильм, конечно, шедевр на самом деле. Да. Без преувеличения. А еще там актер дубляжа, я не мог вспомнить фамилию его, где он играл, но голос очень знакомый был. На самом деле. Ну, дубляж кого? Просто вот Брюс Уиллис, его Брюса Уиллиса во всех фильмах один и тот же озвучит, как и Джейсона Стэтхема, один актер Сталлоне. Этого, и этого как его? Блин, Хью Джекмана тоже. Да-да-да. Вчера пытался, кстати, посмотреть фильм... Подожди, нам сюда, куда-то побежал. Угу. Фильм «Фонтан». Тяжелого зрелища. Ну, надо сегодня повторить. В плане смысла. Просто под конец там вообще разрыв мозга. Ладно, неважно. Направляйтесь в лагерь. Лагерь экстремального туризма, райский остров. Это мы любим. По-нашему. Так, надо пойти подремонтироваться. Пока неподалеку. Окей, там дама-то уже не получится больше, ты не туда пошел. Блин, не туда я. О, мужчину подлатали. Круто. Ой, да. Это я.
Да, ищем мы твоих друзей. Ищем, вот не спим просто, ищем и все. Господи. Господи. Ох уж эти местные. Да, так. Отремонтировать. Вот это у меня почти все новое. Модернизировать, что я еще буду модернизировать. Раненый этим оружием турпак буквально выблюет все свои внутренности. Это так что очень рекомендую. Это модификация парализующий удар. А, ну это круто. Ну, мне вот током как-то больше нравится, честно говоря. Ну, током тоже по-своему, да. А вот именно, не пойму, в мачете можно засунуть гвоздь. А, нет, в мачете гвоздь нельзя засунуть. Это я думаю, как? Ладно. Так, все, мне ничего не нужно. Мне вообще половину оружия надо поукидывать и не забирать. Когти подкачай немножечко. Опа, на когти поставил аккумулятор. Что ты делаешь-то? А, все, понял. На когти аккумулятор? Ага, ну теперь они током лупят. Ну ты вообще теперь же самаха. Wolverine. Так, сейчас продать все лишнее нужно. Окей, а я пока посмотрю. Задание, ритуал. Карты, которые обещал вам Маркус, нет в хижине. Найдите Маркуса и заберите у него карту. Окей. Да так. Сегодня уже не пойдем, я думаю, все равно не успеем. Да. Дойти. Пилить нужно, я так понял, на самое начало. То есть, вот это первое поселение, где мы были, на воде. Ох, нифига, далековато. Ну, туда там можно еще быстрым перемещением переместиться, так что быстровато. А мы умеем это делать? Ну, у нас здесь вот карта, вот смотри. Ну, ладно, короче, я туда перемещаюсь. А, без тебя-то я все равно не смогу. Лагерь беженцев, это оно же, по-моему. Блин, я аптечку использовал. Так, это мы тут? Принесите еду в консервах. О, смотри, я нашел консервы, кстати. Давай отдадим ей еду. Я вроде находил консервы. О, коктейль молотого лежит. Надо же. Yep. Принесите. Ну, есть уже. Знаете, еще консервы. А, все понятно. Ты смотри, она дала штуку. Просто тупо вот так вот. Еще штуку дала. И еще дала. Да, этих консерв не имею. О, сейчас бабла срубим. Я чувствую нажив. Офигеть. Все. И у тебя еще. Давай. Япона мать, мы не то что там. Вот это мы, я понимаю, удачно зашли. Да, еще и уровень подняли. Да не один, по-моему. Офигенно. Тихуанская мачете. Все, это я, это мое. Это любовь. С первой ложки. Так, ну и что, наверное, на этом заканчивать будем. А в следующей серии пойдем поговорим там. Это мы пришли хоть куда нужно, я надеюсь. Да-да-да, у нас вот тут там находится 15 метров. То есть, по сути, прямо за дверью. Ну, в принципе, замечательно тогда, что. Так что в следующей серии посмотрим, к чему это приведет. В этой серии я неплохо провел время. Побили. Да круто, круто. Побухали там. Серия, по-моему, крутая была, на самом деле. Комнату. Убили нескольких местных. Хорошо отдыхается. Да-да-да, на ос. На курорт. Приехали люди отдохнуть, что там говорить, да. После Челябинска это вообще, как я не знаю. В общем, увидимся в следующей серии. С вами были Артём и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.